Лучшую многодетную семью Московского района выбирали накануне в местном территориальном центре социального обслуживания населения. На финишной прямой в борьбу за главный титул вступили три дружные большие команды. Семьи Кузавка, Полетила и Завадские. Конкурс учреждения совместно с представителями вертикали власти проводит уже не один год. Цель – показать важность многодетной семьи для общества и государства, а также ее уклад и ценности. Эти семьи активные, они жизнелюбивые. И, как правило, здесь те семьи, которые многодетные, они по-другому смотрят на мир, на жизнь. Дети помогают друг другу взаимовыручкой. Всего в Московском районе проживает почти 2500 многодетных семей, в которых родительскую ласку и любовь получают более 8000 малышей. Такая цифра – не предел для молодого территориального подразделения, в котором сейчас активно идет застройка. Задача конкурса – показать и рассказать, как проходят насыщенные будни большой семьи, какие в них живут интересы, хобби и увлечения. У нас разные, как бы, можно сказать, направления досуга. Это и труд, потому что мы ездим в деревню помогать родителям, потом мы делаем как бы свою дачу, и там папа строит, а мы садим огромный огород с детьми, у нас все свои, значит, зимой закатки и так далее, вот. И еще мы, наше любимое, как бы летнее такое занятие, мы любим путешествовать. Символичная цифра 3 сопровождала участников творческого испытания на протяжении всей конкурсной программы. 3 команды, 3 этапа отбора, 3 номинации и, конечно же, 3 призовых места, первое из которых досталось активной и креативной семье «Полетила». Это моя семья. Значит, вот, ну, Бог дал мне право иметь, вот, значит, 4 детей и, как бы, смотреть за ними и растить их хорошими людьми. Праздник ко дню семьи провели и сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Своим вниманием специалисты учреждения постарались охватить особую категорию жителей областного центра – инвалидов, находящихся на реабилитации в учреждении или смежных структурах. У какие гадкие розы вокруг нас растут. Это Голева рассматривает нашу любимую книжку. Ха-ха-ха, да эти картинки только для младенцев. Самое главное для человека – это семья. Семья – это опора, это поддержка. Мы позиционируем положительный образ семьи. Мы хотим воспитать и донести до всех наших подопечных, наших слушателей, что семья – это то место, откуда мы выходим, то место, в котором мы получаем поддержку, то место, где нас всегда примут и поймут. Новшество в этом году у нас получилось. Нам предложили еще, значит, женщин из института третьего возраста. Здесь, в территориальном центре, 4 женщины к нам ходят. И тоже получили роли, вжились в наш коллектив. Сейчас уже не разлей вода. Маленький семейный праздник перерос в большое торжество. На сцену один за другим выходили особенные артисты. Они пели, танцевали, демонстрировали актерские способности. Дарить каждому участнику любви и тепла, а также сопереживать героям, искренне, неподдельно. Диалог зала и сцены получился продуктивным, а это значит, что особым актерам удалось зажечь в сердцах публики новые огоньки тепла и красоты.